Central Hotel. Заходим. Эксимбанк нам нужен. Пока еще холодно. Здравствуйте. Прикинь, а номер 16. У меня точно 16 счастливая циферка какая-то. Ну, походу, детство. Надеюсь, что у нас нет соседей. Да, ну, нет, в принципе... Один. А что, Бокер говорил, что там два номера осталось свободно? Или всего два? Закрывай дверь, это же все-таки наш номер. Ну, ладно, сравнение. Тепло выходит. А где-то свет включается, чтобы мне тут больше, лучше видно было? Вот. Я же сказала, что может быть, поэтому флешка понадобится. А где что? Ага. Так. И туалет. Туалет мне очень нравится. Он классный, современный. Короче, классный. И стаканчики есть? А, это для зубной щетки. Надо проразуваться, а то ходим тут сами себе. Выбора нет. Но как бы сделать так, чтобы было вкусно? Да. Согласен? Согласен? Согласен, конечно. Памятник Штефану Чалмаре. Дом культуры, что-то такое. Кто-то снимает.
Да потопный трактор. Минут. Вау, тут прям реально, смотри, как парк. Можно посидеть, походить, аллея. Да. Нет, девочки. Озеро Днестр. Ой, река Днестр. Там куча уток плавает. Или они там примерзли просто. Крепость Сорокская, наверное. Самая маленькая крепость в мире. Ой, я решила пофоткать, а не прикорить. Памятник великому вентилятору. Это дом ворона. Вот это. Не вот это. Этот я не знаю, что. А под людей мы там всему служит то, что там внутри эти волки и все такое. Две утопленные под землю Волги. Ha ha.
дом как дом, три этажа. Не, ты же не закрыла дверь? Если там джип в курке. Так это как раз на той машине и ездит. Вон? Наверное. В курке ездит? Вот такая она, цыганская гора. Итак, мы поднимаемся в гору Мемориал Бадя. 600 ступеней горят тут. Я не считал, наверное, мы уже половину прошли. Нет? 150 мы только поднимаем. Да? Так, короче, ступенек еще дофига. На лыжах отсюда вообще удобно скатываться зимой. А? Да, вот это горка. Офигеть. Самая высокая горка Молдовы. 60 метров. 60 метров? Угу. Офигеть. Место отдыха. А? Место отдыха. Ты скачешь. Ты тебя поймай. Сейчас скажу, я остановлюсь. Остановись. Всем привет. Мы здесь, мы наверху. Вот по этой дороге мы приехали. Куда-то туда в гору уходит, короче.